У берегов Сахалина спасли двух касаток, которые застряли на мелководье. Их заметили рыбаки и бросились на помощь. Скорее всего, считают они, в ловушку попали мать и ее детеныш. Из веревок люди соорудили своеобразное лассо. Им решили заарканить морских животных за плавники и перетащить туда, где поглубже. Касатку поменьше удалось освободить практически сразу. А вот с крупной пришлось повозиться. В итоге помог прилив, и она тоже смогла уплыть на волю.